Добрый день, дорогие мои друзья. Хочу вам показать свой индийский нож. Я его купил в магазине старых вещей возле города Амберга, Сульцбах, Розенберг. Гебраухте магазин, там где все старенькое, все люди продают. Мне очень он понравился. Посмотрите, он латуневые, медные, латуневые эти детали, элементы есть, ручная работа. Это индийский нож. Люди привезли из Индии и сдали потом другие люди в магазин старых вещей. Я его купил за 20 евро. Смотрите, что можно купить за 20 евро. Такой ножик хороший. За 20 евро. Я купил такой ножик. Индийский. Это сталь стальная. Ржавеет. Я помыл его, вытер, а все равно появилась ржавчина. Так что я его смазал маслом. Значит, сталь здесь крепкая очень. Вот такой необычный нож. 20 евро отдал. Ну что ж, нажимаешь на педальку, вылазит одна ручка. Конечно, необычно. Вот ручка. Берешь вот так вот ручку, а лезвие в бок, в сторону как-то, смотрите, оно вот так вот. И что? Что за технология? Чтобы, допустим, чтобы резать мне надо, чтобы ручка смотрела в сторону. Вот так вот. А, ну покажу название Индия. Где написано? Вот вам Индия. Сталь. Я маслом смазал. Не заточенное. Да и зачем? Лезвие, длина лезвия. Вот. 10 пальцев, я думаю. Извиняюсь, не измерил. Надо найти линейку. Такой длинный, конечно. 10 пальцев. Так, с левой стороны, и мы видим вилку для гриля, для мяса, тоже стальная, тоже ручка, ну, вот для вилки, вот так вот, ручка вниз, тоже необычно, конечно, в сторону, Индия, ну и из какой-то рессоры, может быть, сделано автомобильный. Тоже там, где такое, где ржавеет. Да, ржавчина есть. Ручная работа, сувенирная продукция. Да, есть ржавчина. Ну, ручная работа. В селе каком-то делают. Кузнец индийский.
Ну, я купил-то за 20 евро. Сталь здесь рессорная, наверное. Латуневые ручные элементы. Какой-то глаз или солнце. Дерево необычное, красное какое-то. Вот такое я купил за 20 евро. Стальным лезвием. Сейчас я измерю длину лезвия. Длина лезвия 20 сантиметров до кончика. 20, там 20, может быть, 23. 23, может, ну 20, да, 20 сантиметров и 3 миллиметра. Ну да. Вот такой 20 сантиметров и 3 миллиметра. В общем, такая у меня есть сувенирная продукция из Индии. Стальной. Конечно, необычно. Ручка в бок смотрит. Если ручка вниз, то это так. На тебя. Лезвие на тебя смотрит, да? Вот так вот. Лезвие на тебя. Ну что за так? Почему так? Если вот так вот, ручка вниз, то лезвие влево смотрит. Ну как? А как резать? Ручка вправо. Чтобы резать, ручка вправо. Вот я режу, ручка вправо. Вот я режу, а ручка вправо. Вот странно. Ручка вниз, лезвие влево. Ладно, значит так надо в Индии. Но я скажу, неудобно, конечно, привыкнуть можно, но немножко коротко. Пальцы, 4 пальца выходят за этот бугорок. Ручка немножко должна быть на один палец длиннее. Какая-то детская ручка. Немножко детская ручка для детей. Минус такой, что на одного пальца не хватает места. Вот этот бугорок мешает пальцу, мизинцу. И почему-то в левую сторону. Вот я режу, а ручка вправо. Ну ладно, зато сталь рессорная. Приходится маслом смазывать. Ну все, все хорошее, дорогие мои друзья. Вот такой у меня есть ножик индийский за 20 евро. О, какая композиция.